Школа. Урок. Марья Ивановна спрашивает. Дети, а что в природе есть прозрачное? Вставит Машенька. Ну, стекло. Молодец, Машенька, садись. Встает Ванечка. Ну, пластмасса. Молодец, Ванечка, садись. Тут встает Вовочка. Прозрачная? Ты моя мама и бабушка. Учительница так смотрит на него. Почему, Вовочка? Да когда батя приходит с работы бухой домой, всегда говорит: суки, я вас всех насквозь вижу. На трассе рядом с проституткой останавливается автомобиль. Оттуда высовывается мужик, смотрит на нее и говорит: сколько? Девушка: 600 рублей. Мужик так подумал и говорит: слушай, у меня только сотка, а давай договоримся, я тебе сотку и свой мобильный телефон. Девушка так взглядом заценила мобильник, ну, решила согласиться. В общем, все у них произошло. Мужик ей дает сотку и начинает уезжать. Девушка: эй, а мобильный? Мужик: блин, совсем забыл. Пиши. 8, 9, 1, 16. И уехал.